Конечно, раньше-то по-другому идея была в городе у нас. Сейчас идея другая. Но тем не менее, на заводе тоже можно и себя найти, и развиваться. Ну, чтобы ты про Тольятти тоже не забывал, потому что все-таки... Значит, ты себя не видишь, Фрэнс? И сейчас у нас с вами завершающий этап. Я хочу нормальное высшее образование. Я не вижу перспективы в нашем Тольятти.